Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood, и нам даже не дадут нормально начать серию, потому что вы видите, что... Что нам сейчас, короче, придет жопа, как я понимаю, да? Мне вообще интересно, его можно убить? Ну, по сути-то, как-то можно... О, ну это уже прям босс. О, он... Ага, можно еще успеть его убить. Так это вообще охрененный какой босс, ребята. Это у нас третья глава, кто не помнит. И как видите, на начале третьей главы нам уже... Уже вот такой подарок. Гранату ему нахрен закинуть куда-то в очень такое место. Ух ты, да они издеваются. Глава только что началась, ну прям вот сейчас, и как видите, ребята, я даже не успеваю посмотреть, что не успеваю даже оглядеться вокруг, что у нас тут, что нас тут окружает, потому что видите, что столько на нас солдатов бежит, что я даже не успеваю ничего сделать. Это куда нам показывает? Это нам туда. Ага. То есть сюда мы не можем. Ага, сюда мы не можем. Ага, сюда мы тоже не можем. И сюда мы не можем, да? Ну, в принципе, я видел там проход, например, вот тут. Поэтому мы можем вот сюда просто спуститься. Ух, охренеть, вот это дылда нафиг бронированная. Чуть нас реально не убило. Так, туда нам не нужно, давайте мы побежим сюда. Ух ты! Ух ты! Нам, ребята, тут приготовили прям полный запас всего, что только может быть. Еды, ну, в принципе, да, еды это не еды, а лечилок, брони и всего остального, что тоже тут есть. Ага, вот видите? Ну, у нас есть пулеметик. Я не скажу, что это очень полезная вещь. То есть, сейчас просто... Вот сейчас полезная, да? Но сейчас кончатся патрончики. Сейчас кончатся у нас патрончики, но зато мы успеем убить хотя бы человек так 10-15. Да, в принципе, мы, если честно, даже не 10 и не 15 убили, охренеть, как много. Но норм, ребята, это очень круто. В принципе, пулеметик делает свое дело и... И не теряет наши патрончики. А вот сейчас... Да ты ж... Твою мать! Так. У меня просто вот с этой перезарядки вообще нафиг произошло не очень хорошее то, что... Так, во, замечательно, я подниму. Я не имел время перезарядиться, поэтому, ребят, вы видели, что за хрень была, что меня практически убили. Меня практически убили. Так, сейчас перезарядимся. Да выходи ты, паскуда. И ты там. Ух, а там вроде еще вот тот босс, да? Вроде вот там выпрыгнул, как я видел. Вот. Ну, вроде все, да? Вроде мы практически всех убили. Фу. Так. Но вроде потопали, ребята. Не будем мы тут засиживаться. Ага, тут ничего нету. Ничего нету, поэтому мы топаем дальше. О, вот это полезно, это нам очень нужно и очень пригодится, и это тоже. Так, вот что у нас тут есть, смотрите, я мог сюда сразу запрыгнуть, да и все, и даже не париться. Но вот этих громил лучше вот так убивать. Ну а что вы хотели, паскуда? Что вы хотели, а? Что вы хотели? Так, там еще есть кто-то. Все,
Все притихли, больше никакой сирены нету, все очень спокойно, все успокоились, больше ничего тут нету, но замечательно. Я надеюсь, что больше тут никого и не будет. Хотя Wolfenstein, ну знаете, Wolfenstein это, наверное, такая единственная игра, где просто кайф валить людей таким большим количеством. То есть, вот видите, они бегут, там столько их штук нафиг выбегает, ты всех их валишь. Подряд. И это, если честно, очень круто. То есть, так, ага. Это очень круто, ребята, потому что, ну, прям, знаете, выбегает там столько, тук-тук, бежит, 10 человек, 20 человек. Ой, а ты просто стреляешь в одну точку и пу-пу, хедшот. То не хедшот. И, в принципе, ты их так всех убиваешь практически. Это действительно очень круто, и это очень нравится. Так. Да твою мать, да как вы меня запалили? Я хотел по стелсу пройти. Но, как вы видите, не совсем получилось. Так. Ну, будем тогда ныкаться и будем потихонечку выбираться, потому что там много вот таких, и это был бронированный. Это, если честно, мы его еще очень быстро убили. Прям в голову, знаете, там пару хедшотиков. Что-то их там реально очень много, кажется. Главное, чтобы нас не обошли. Ух ты ж! Собираем, ребята, броньку, потому что бронька тут у нас действительно вот сейчас очень важна. У нас практически нету ничего, чем мы можем отхилиться. Хотя это вроде как бы как кухня, что ли. Поэтому, по сути, тут должно быть что-то. Ага, вот, замечательно. Вроде мы всех переубивали. Ага, вижу. Так. А как нам туда забраться? Я там что-то видел, вот. А как нам туда забраться, мне интересно вот это. То есть, вы нам такие нафиг испытания тут приготавливаете? Может, вот так? Да, вроде вот так, ага. Видите, они нас запалили. То есть, мы как-то могли бы сделать, что они бы нас не запалили, но, к сожалению, у меня это не получилось. Я хотел, действительно, да твою мать. А я хотел по стелсу пройти, но у меня, к сожалению, это не получилось, но все же. Так, это сюда. Давайте мы как-то попытаемся что ли пройти. Ага, это, так тут можно и вот сюда. Твою мать, а я парюсь. А вот эти два автомата, это вообще охренеть, ребята, какая-то вещь. То есть, они так быстро стреляют, ну, как бы понятно, что это два автомата и очень полезно, если честно. То есть, они прям так быстро убивают, что это с ума можно сойти. Здрасте. А мы по стелсу тут играем, да? Alas, poor Yurik. Бедный Юрик. Oops. Что-то я в таких ситуациях немного как-то... Так, что-то я там видел, что там было. Ножик. Но ножик у нас есть, да? Да, ножики у нас есть. Так. Ну что, попытаемся, ребята, еще что-то найти. Видите, тут много всего запрятанного, много всяких пасхалочек есть. Бедный Йорик, нафиг. Боже ж, мать! Я даже не заметил вот эту собаку, если честно. Охренеть, вот ты меня напугала, если честно. Вот кто-кто, но сейчас я вот этого не ожидал. Так. Ага. Так, ну сюда это просто обычная пасхалочка, да, тут ни хрена толкового нету, и нам нужно, в принципе, назад возвращаться, как я понял, и вот сюда вниз, да? Хотя, в принципе, тут тоже ни хрена нету.
Так, сейчас, давайте-ка мы еще раз все подробно посмотрим, куда нам нужно идти, потому что, если честно, вообще не имею ни малейшего представления. Ага, ну тут мы были, да? Тут эта дверь заперта. Тут... Ага! Во! Вот сейчас понял. Ну это тоже, я не знаю... Опа! Опа! Улучшение оружия, птичий прицел. Бомбершнур. Какая-то охренеть. Вот это да, это круто. Это круто, я согласен. Оптические прицелы — это очень круто и полезно. Не запалили. Пока что не запалили. Хоть мы их так раскидал и как не знаю что. Но мы же по стелсу нафиг проходим. Да, нас вообще не запалили. Ну как по стелсу? Я не прохожу по стелсу. Но все же. Так. Вот там куча. Надеюсь, нас пока что не запалят. Так. Так. А как? То есть я его успел убить. Да вашу мать. Ладно, ребята. Режим Рэмбо нафиг. Стоим тут, не двигаемся и просто ждем, пока фашисты на нас набегут. Давайте, ага. Ну чё, засали нафиг. Я так и понял, если честно. Я так, ладно, раз у нас режим Рэмбо, поехали. Раз у нас режим Рэмбо, нафиг, мы будем сами, ребята, тогда их ловить и выносить. Так, тут у нас уже по фулу. Так. Собираем, собираем. Это мы все, ребята, собираем. Ага, 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 ага. А мы... Нет, мы вроде не отсюда пришли. И нам, наверное, вот сюда, да? Ну, я... Да, вот сюда. Вот эти канализации, не канализации, вентиляции, как-то много вот этих вентиляций. Вам, ребята, не кажется, что мы только по ними передвигаемся? Вот с этой трубой реально они уже как-то очень-очень много чего сделали. То есть только труба, знаете, это труба, 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 труба. С помощью этой трубы мы только все и делаем нафиг. Вот видите, тут запалили? Откуда нафиг запалили? Время для нашей снайперки, хоть я не помню, где она. Ага, вот. Люблю снайперку, если честно. Люблю снайперку. Только я не вижу, где они. Одного увидел, другой. Так, еще там кто-то. Где? Квикскоп нафиг. Или ноускоп, мы будем даже без ноускопа пытаться. Хотя без ноускопа тут, в принципе, легко. Тут и так даже прицел есть. Так, ну что, ребята, потопали мы быстренько дальше. Хоть я, если честно, как-то не понимаю, что мы тут будем делать. То есть зачем мы сюда пробрались вообще, в эту крепость? Что нам тут нужно? Ух, чувствую, что тут нафиг сейчас большой бой какой-то будет. Так оно и есть. И если там нам столько дробашей приготовили... Если там нам столько патронов для дробаша дали, значит тут что-то... Вот, вот что тут будет. А, значит его можно с двух пуль убить. Не так уж это и сложно. Так, там еще... Так, стоять. Ух, подождите, дайте я перезаряжусь быстренько.
не дадут даже нам перезарядиться. Минус два нафиг. И один тут наверху, да? Даже не один, а даже много. Минус один. Так. Ну, пока что мы, ребята, справляемся. Пока что мы справляемся, хоть и много тут у нас прет вот этих солдатов, но мы пока что справляемся. То есть они даже нас не успевают выстрелить, если честно. Вот эту хрень нельзя уничтожить, как я понял. Минус один, минус два. И тут я еще кого-то видел, кто-то тут нафиг пробегал, или мне показалось. Ну, хрен его знает, если честно. То есть, может, там кто-то есть, но я пока что их не вижу. На тебе. Да, в принципе, мы можем даже просто-напросто дальше продвигаться, да и все. Так, ну... Не скажу, что прям сложно, но много-много вот этих фашистов. Да твою мать, а. Много этих ребят, ну как ребят, не ребят, которые прям вылезают, знаете, и нужно их успевать всех убивать. Come on, Wesley. А, мы за этим шли, точно. Gotta wake up. Come on, Wesley. Blaskowitz. Yeah. Some dire straits we got ourselves into, eh? I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. He's here. Вас, наверное, не учили оглядываться, смотреть, кто тут есть. А, вот он. Грета, Блайв. А того убили, да? Ну, чувака того, наверное, убили. Я понял. Вот там она же его ест, кушает, что ли? Или что это нафиг? My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hua Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right. Water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me! Oh!
killed your fucking dog, Rudy. А этот куда пропал? Так, сейчас я как-то не понимаю, куда нам идти. Наши все вещи забрали, да, как я понял. Сейчас их что, опять заново собирать, что ли? Я как-то не могу понять нафиг. Так, ну этого громадину мы вроде убили. Еще бы вот этого ща убить, и там еще один вроде прячется за... Хедшотик. Ух ты, ни хрена себе, сколько вас там. Так, сейчас. Их реально там как-то много нафиг. Еще и снайперы вот эти. Ах, не туда я кинул нафиг. Сейчас нас убьют, наверное. Ага, точно, у нас же снайперка есть. А, этого мы уже убили. Вот. Фу, ну раз мы всех убили, ребята, значит у нас есть время, чтобы немного полутаться. Хотя я как вижу, иногда это просто-напросто бессмысленно, потому что доходит до той части игры, да, где, в принципе, сюжетка. И по сюжетке у нас забирают все оружие. И как вы видите, нам сейчас опять, наверное, вот это все оружие нужно заново собирать, искать. Ну, посмотрим, что они нам предоставят в этой игре. Может, нам действительно еще нужно будет охренеть, сколько раз оружие заново собирать. Только я, если честно, не совсем понимаю, куда. Куда мне нужно идти? Сюда? Ага. Ага, то есть я сюда сразу, наверное, мог пойти и просто вот это все залутаться. Тут, наверное, все мое оружие и стоит, как я понял. Так, ну, больше тут ничего нету. Фух. Так, ну ладно, то есть отсюда мы пришли, отсюда мы, наверное, вот сюда куда-то будем уходить, да? Так, ага. Сейчас, ребята, подскажите, а то я, если честно, не совсем понимаю, куда нам нужно идти. Ага, вижу. Так, сейчас. Как-то тихо стало очень. Это конец третьей главы? Или нет? Сейчас посмотрим. Вдруг? Ну хотя... Да, конец третьей главы. Круто. Как всегда. А, нет, да, действительно. Опять бегство. Так мы же убегаем нафиг уже три главы, четыре главы подряд. Ладно, ребята, давайте уже на этом будем заканчивать. Не забываем вступать в нашу банду крутых персов. Все, что у вас требуется, просто на меня подписаться. Буду очень рад, если вы поставите лайк, оставите свой комментарий. И также напишите, понравилась ли вам эта игра или нет. У нас уже сейчас будет четвертая глава. А в этой игре, ну, я не знаю, но около 10 вроде глав, если мы будем проходить по одной главе. Ну, в принципе, посмотрим, ребята. Мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.